Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Сегодня наше интервью мы начнем с прочтения стихотворения. Пожалуйста. Проходят годы, исчезают, тают в дым, и древний Рим застыл у ног Иерусалима. Я не читаю, я пишу вам Таилим. Читайте, люди, это так необходимо. Простые сыпятся из рук моих слова и ранят сердце, и меняют людям души. С меня слетают, как осенние листва. Я вас лишаю, попадая равнодушья. Согрейте дух ваш в свете чудного огня, огня души, пока его пылает пламя, и искры сыпятся стихами из меня. Мой храм горит, но я служу сегодня в храме, служу стихами и бросаю их в огонь. И древний Рим застыл у ног Иерусалима, а эта боль моя, она и ваша боль. Горит огонь, не проходите, люди, мимо. Отличное стихотворение, мне понравилось. А нас хорошо слышно? Да? Угу, все. Какой посыл вы хотели донести читателю вот своим стихотворением? Я очень люблю своих читателей, я очень люблю людей, и я хочу объяснить людям, что жизнь наша прекрасна, что надо жить празднично и дорожить каждым мгновением этой жизни. И так как мои стихи, они в основном философские, это стихи, в которых я ищу и нахожу Бога и пытаюсь оправдать Его управление нами, то я людям показываю этот путь, путь к Богу, путь к Нему. Вы сказали, вот, что вы пытаетесь оправдать Его управление, а вы считаете, что Он очень жесток с нами? Он жесток с теми, кто не ищет Его, а с теми, кто да, ищет Его. Его управление совершенно не жестоко, наоборот. Тогда законы природы отменяются. Тогда он делает чудеса. Да, я с вами полностью согласна. Ну, давайте вернемся вот к первоначальному вашему такому этапу. Вот с чего вы начинали свою писательскую деятельность? Я пишу стихи чуть больше 3 лет. За это время я написал уже около 1100 стихов, 3 поэмы. Рассказы. Это течет у меня постоянно. Это моя жизнь. Я этим живу. Все события своей жизни, все мысли, которые приходят ко мне, все записано в этих стихах, в этих книгах. Многие люди говорят, не отождествляйте нас с героями наших книг. Я везде в этих стихах, в каждой строчке. Это так прекрасно, на самом деле, когда вот читатель, да, чувствует те же эмоции, что и прочувствовали вы, так сказать, если при написании. Если я могу их передать читателю, это действительно прекрасно. Да, согласна. Вот вы перечислили очень много произведений, которые вы написали. А вот что вас вдохновляет на написание там стихотворений, поэм, рассказов? Смотрите, любовь Создателя своим творением безграничным, мудрость Всевышнего безгранична. Я учусь, и каждое мое постижение, проверенное на моей же жизни, оно меняет меня, мою душу. И когда происходят такие изменения, то рука сама тянется к компьютеру, чтобы записать это. Понятно. А вот бывает такое, что у вас нет вот вдохновения, и вот как вы с этим боретесь? С этим нельзя бороться. Моменты усталости, они полностью лишают возможности выйти на связь. Почему я сам не пишу стихи?
все, что я достиг, это хорошая техника, она улучшается со временем. А темы стихов, это все то, что дается сверху. И когда ты хочешь написать стих, когда у тебя есть вдохновение, ты просто вызываешь свою музу, своего ангела, душу, которая тебе передает сверху эту мудрость. А дальше остается только записать. От тебя уже ничего не зависит. Да, согласна. А вот в какой обстановке вы пишете свои стихотворения? Может быть, вы уединяетесь там на природе или просто дома за компьютером? В основном просто дома за компьютером в одиночестве. То есть одиночество вам помогает? Да, конечно. Да, это правда. А интересуетесь ли вы чем-то другим, помимо писательской деятельности? Есть ли у вас какие-нибудь хобби или увлечения? Я очень люблю море. Я люблю выйти в море. Я выхожу на доске с веслом. Это называется САП. И я плаваю несколько часов в волнах. В волнах я и пишу стихи, они приходят очень быстро в голову. И это мое любимое на данный момент хобби. Движения такие же примерно, как в горнолыжном спорте. Да, я занималась немножко, я представляю. Нижняя часть тела ищет все время равновесие, а верхняя часть тела решает, куда дальше повернуть, куда плыть. То есть мы сами задаем, да, координаты нашего. Самое приятное начинается, когда волна достигает 2-метровой высоты. Вот с 2 до 4 метров это мое любимое. А это не страшно? Дух же, наверное, захватывает очень. Да, когда со стороны смотришь, это действительно неприятно. Но когда сам там внутри, наоборот, ты переполнен радостью. Да, я бы никогда не подумала, что такое может быть. А есть ли у вас какой-то девиз по жизни, которому вы следуете? Да. Какой? Ничему не удивляться. Почему именно он? Потому что жизнь такая удивительная. Я постоянно жду какого-то праздника, какого-то подарка. И я их получаю, и ничему не удивляюсь. Да, это хорошо. Попросишь, дадут. А вот сколько времени у вас уходит на написание книги? Ну вот, допустим, вот на эту. За сколько времени вы ее написали? Смотрите, первая моя книга – это отчет о стихах, которые я написал за 2 года. Это 2 года моей, первые 2 года моей работы. Она немножко, может быть, наивная по технике написания, но я люблю очень много стихов в ней, они остаются моими любимыми стихами. А вот это уже аудиокниги, я сам читаю эти тексты, они... Я ревную к другим чтецам, я не отдал никому свою душеньку. Свою душу читать. Мне нужно самому ставить акценты, самому. Я слушаю свой голос, я возвращаюсь к нему. Через некоторое время мне очень приятно послушать это еще и еще. Да, это прекрасно. А вот, допустим, какие трудности возникают в написании книг? Есть такое? Мне было трудно понять, что нужно писать, не собирать все стихи сразу, а писать все-таки тематические книги. То есть либо... Отдельно по природе, да, отдельно там. Либо какие-то изыски литературные, либо про любовь, либо про Бога, либо философия. Надо свои книги более локально направлять. Более обширно, то есть? Первая книга у меня получилась понемножку обо всем. Понятно. А вот приходилось ли вам переступать через свои какие-то принципы ради своей карьеры?
Ради карьеры, через принципы? Да. Нет. Ради принципов я отказывался от карьеры в жизни, да. Но не наоборот. Понятно. И последний вопрос. Что бы вы посоветовали нынешней молодежи? Боже мой, я же не могу посоветовать нынешней молодежи что-то. Знаете, у меня выросли 3 взрослых сына. Что бы я им посоветовал? Я бы посоветовал им меньше заниматься материальным в жизни, а больше духовным. Я был бы счастлив, если бы они говорили больше о поэзии, о философии, больше ходили бы по музеям, и чтобы слушали музыку другую, не ту, которую они слушают сейчас. Я с вами полностью согласна, потому что вот у меня младшая сестра, и у нас тоже вкусы очень разные. Это, вот может это быть, я старомоден, и я просто умею ценить время. А время, особенно в моем возрасте, с годами ценишь его больше и больше. И вот напоследок я хочу прочесть стих про время. С радостью. Время. Плачь, за все заплачено. Бей, палач, ведь по плечу выбор мой растрачено. Все, чем платят палачу, стыд летит над бездной, жжет огонь ступеней след. Вновь застыть полезно мне, вновь пройти по лезвию, вспомнив миг, когда мой свет после многих долгих лет, отворив замков секрет, к телу путь нашел средь бед. Ах, теперь простыл и след тех побед, их больше нет. Вот идет седой палач. Время, плачь ему, не плачь, так плачь. За все заплачено, жги, палач, ведь по плечу нет любви. Растрачено все, чем платят палачу. Очень красивое стихотворение. Спасибо большое и за ваше стихотворение, и за интересную беседу. Было очень интересно. Взаимно. Спасибо. Все.